Уважаемые жители Тверской области, сердечно поздравляю вас с главным праздником всего православного мира – Воскресением Христовым. Светлая Пасха наполняет наши сердца радостью, напоминает о высоком предназначении человека совершать добрые дела, помогать ближним, хранить отеческие традиции, трудиться и жить по совести. Православие определило исторический путь нашей Родины, стало основой для формирования выдающегося духовного и культурного наследия России. Сегодня на Тверской земле хранительницы православия возрождаются древние святыни, поднимаются к небу купола новых храмов, а самое главное, укрепляются и передаются молодому поколению духовные и нравственные ценности, на протяжении веков помогающие нашему народу в труде и защите Родины. Дорогие жители Верхневолжья, пусть пасхальный свет озаряет ваши сердца. Счастья, добра, мира, согласия вам, вашим родным и близким людям. С праздником! Христос воскресе!